Ребята, вот в скайпарке сегодня, вот посмотрите, не знаю, когда-то попадет, наверное, видео в YouTube. Мы пришли побороть страх, ничего не получается на самом деле. Получилось чуть-чуть. Несмотря на то, что я вчера прочитал несколько статей, как это вообще делать, говорится, что когда тебе страшно, в общем-то, надо сталкиваться именно с той проблемой, чтобы ее быстрее решить, в общем-то. Ну, частично как бы получилось, но все равно как-то эта высота не дает покоя. Мы находимся вокруг, все в сети, ну, вот как будто ты в зоопарке, в общем-то, себя чувствуешь животным, вот, и вокруг вот такая вот, вот картина вам открывается, вот посмотрите, ну, на самом деле, вот страшно. Вот все боятся, держатся за мост, видите, получается, что очень всем страшно, и ну и мне тоже, соответственно, страшно. Да, это вообще говорят многие кошмар. Страшно, прокомментируйте несколько слов. Очень страшно. Очень страшно. Ну как это очень? Ну опишите немножко. Как будто как будто оружие или хуже. Кому даем интервью? Для Ютуба. Для Ютуба. Какого? Мусорный канал, самый мусорный канал сочинский. Трэшбокс. Так, вот так вот. Страшно, как вы думаете? Очень страшно. Вот видите, говорят люди, очень страшно. Не, на самом деле очень страшно, действительно, да, ну. Как это может быть не страшно, когда вот такая высота открывается отсюда, и люди все равно находятся в клетке и держатся за перила упорно. Вон там вот внизу дорога, которая ведет куда-то наверх на Красную Поляну, в общем, понимаете? Да, ну побывать бы тут, конечно, зимой, наверное. Зимой было бы красивее, интереснее. Ну, вообще, действительно страшновато. Вот. Я не знаю, да, немножко страшно, конечно. Хотите что-то сказать? Вот какие ощущения? Страшно, да, понятно. Пойдем дальше. Только 2 минуты всего снимаем. Очень. Что? Да, сфоткаю когда. Пойдем туда, потом вернемся еще. В общем-то, да, страх как бы я не поборол, наверное. Но вот, во всяком случае, как-то идем. И, конечно, виды отсюда потрясающие совершенно. Вот так вот возвышаться, как орел. Я когда, конечно, не был еще. Вот тут еще тоже что-то делают. Снова людей готовят к чему-то. Наверное, как будто получается, что это космонавт, да? Как будто, вот видишь, вот, круть. Короче. Надо немножко поснимать. Вот человек готовится, как будто космический полет. Команда, экипаж его готовят. Посмотрите, как это будет выглядеть, не знаю. Ну, вообще интересная, конечно, конструкция. Все очень интересно выглядит. Вокруг все это немножко вокруг даже, наверное, шатается, что ли. Да. Вот, видите, посмотрите. Они должны... Вот под эту музыку должны человека запустить в космос. Вот, во всяком случае. Пойдем еще туда немножко и вернемся, наверное, да? Да, он уже полетел непонятно куда. Да, вот, конечно. Сейчас его поднимут. Безумно. Безумные виды, конечно, открываются нам. Страшное дело. Вот люди летают наверху, вокруг все это, конечно. Картина безумная, в общем, открывается, но почувствуйте сами, посмотрите, как это и что это.
Но хочется отметить то, что чем больше об этом думаешь, вот начинаешь концентрироваться, начинаешь думать, да, становится все страшнее, по большому счету, да, страх начинает преобладать над тобой, и ты ощущаешь себя как бы немножко некомфортно. А вот когда начинаешь представлять, что ты, ну, действительно вот над землей, я вот сейчас просто посмотрел вниз, сконцентрировался и понимаю, что страшное дело. Вниз я не знаю сколько, очень высоко. Конечно, никакое дерево не растет на такой высоте, в общем-то, понимаете, ниже форелевое хозяйство. Мзым-то протекает над нами, в общем. Но высота, конечно, умопомрачительная, в общем. Страшное дело, все кряхтит. Ты сейчас думаешь все больше, что это может рухнуть, по большому счету, да? Я думаю, что вы понимаете, идти дальше или нет вообще, или вообще вызывать, сказать, что нас спасать, мы уже дальше идти не можем. Я не знаю. Все идут, в общем-то, куда-то. У вас не возникло ощущение, как стеклянные мосты, да, вот эти, то, что мы смотрим в Ютубе или еще где-то люди начинают. Ну так, тут как бы не совсем не до такой степени. Стеклянные мосты, помните, вот, когда мы смотрим это? Там люди вообще падают и говорят. Плачут, да. Еще и с эффектом есть то, что трескается. Да. Это вообще супер. Ну вообще страшновато. Ну немножко скажите, как вам страшно? Как вы побороли этот страх? Как вы готовились? Я прочитал несколько статей, как вообще с этим бороться. Ничего, в общем, не помогает, в общем-то. Ты должен... Вы же знаете, что это безопасно, в первую очередь. Поэтому... Нет, ну самолет тоже безопасно, но ты... Говори... Самолет, говорят, самый безопасный вид. Все слышали. Но тут как-то хочется сесть и сказать, что спасайте. Но все равно идти дальше. Мир. Ну, самое поражает, в общем-то, не знаю. В Калифорнии, конечно, есть другие высоты, в Чикаго. Однако, да, еще хуже, страшнее. В общем-то, то, что это творение человеческих рук, это, конечно, вот поражает, в общем-то, да. Вот такие смотровые площадки. Конечно. Вот понимаете, что это man-made. И это... Просто невероятно, вот такие расстояния, наверное, тут, не знаю, метров 500, наверное, мост, да, понимаете, скорее всего. Не знаю, я до конца не уверен, что хочу подниматься. Ну, в общем, вот так вот. Идем назад, преодолевая весь этот страх, весь этот пот. Руки, конечно, потные, немножко это прошло, но... Во всяком случае, все равно это происходит. Надо, да, вот. И прыгают, и несутся. Вот там внизу форелевое хозяйство, я уже говорил, сюда, наверх на Красную Поляну дорога. Ниже протекает река Мзым, то чуть позднее еще продолжим.